baby, you know I'm gonna go. Baby, you can do this all alone. Give me a Такая музыка. Алиса нам включила. А я тут картошку чищу. Санька там колдует. Колдун. Тебе света хватает? Да. Так, в общем, что у нас тут? У меня водичка уже кипит на суп, для супа. Там картошечку почистила. В общем, сейчас занимаюсь. Басисту. Ну, спой. Да ладно. Басисту очень нравилась эта песня, прямо внизу вам. Леша говорит, я пел когда-то эту песню. Ну да. Ну я его сам привез. А там бас самый легкий, там бум-бум. Вот он плясал, смотри. Ему нравилось. Ну, хорошая песня-то такая. В те годы, тем более, извини. Конечно. Конец 70-х. Да. Там было что-то. Да, сколько тебе было в 70-х, Лешек? Боже мой, около 20. Ну, да. 18, в начале 70-х. Ну да, но я же говорю, около. А я же потом с армии пришел, потом уже в 77-м, потом уже. Ну да. Там играл уже. Да. В 76-м тебе было 20. Когда я еще... А я была в 6-м классе. Я еще тогда с этими... Там ракетчики были, дивизион, москвичи ребята. Я с ними в ансамбле сидел. Ага. И вот тогда только Смоков, ну, я услышал. Они записали на магнитофон, там одну песню пели. Потом после армии хотели ансамбль создать. Ездили по Москве, по всяким этим клубам, хирургам там. Да, и никому, да? Аппаратуры нет, то еще чего. Да. Так и а так, может быть, был бы знаменитым каким-нибудь да, этим. Да. Да ладно, ладно. Там таких знаменитостей, знаешь, сколько было? Давай. Так, ладно. Занимаюсь. Пойди, Юрика, посмотри. Да. Ну, пойди. Посмотри. Возьми, может, камеру. Поснимай. Возьми, Лешек. Я что-то туда пойду. Я туда не пойду. Я здесь посижу. Ой, вот Лешек, ну... Ну, выключи, я пока покурю, пойду посижу. Да? А, да. Да, да, да. Так, все, давай. О, ребята, решил я посмотреть, как там. Где там Юрик? О, дождина какой шпарит. О, рыбка плескается. Ух ты. Значит, должна клевать. Нет. Нету его, не видно. Может, там в протоке сидит. Зарядил, конечно. Тут никто не плавает, никого не видно. О, ветер такой. Ух. Ночью, конечно, ух шумел в камине. Брянский лес. Не видно его. Ладно, пойдем. Что-то крупный дождь пошел. Вот тут затолило все. Раньше мы под этим деревом проходили. Вон как идет. Тяжесть вон как. Ладно, пойдем. В общем, у меня здесь кипит. Закипел супчик. Такой вот. В общем, накидала всего. Картошечка, лук, морковка. Перчик нашла там у себя в этом холодильнике. Вот и пускай варится теперь. Пускай варится вот прям, чтобы картошечка такая разварилась, чтобы такая была... Так, что там? Да. Все? Да. Почистил? Да. Теперь внутренности? Да.
Какие внутренности? Ну, это вот. Программно? Да. А зачем? Не надо? Там чистить ничего не надо? А зачем? А что, там все чисто? А ты смотрел? Если я сейчас туда полезу, вам по новой придется все свое настраивать. Блин. Я там 90% могу рухнуть. Я видел, что там опера стоит. Да. Не, ее она не нужна. Ну, я знаю, что она не нужна. Но вы же ее постоянно ставите. Ну. Какой смысл ее убивать, если вы ее все равно поставите? Клавиатуру почистил? Я ею не пользуюсь, оперой. Так что, смело можете. Ну, тогда все, да? Да. Ну, ладно. Работай. Ладно. Спасибо тебе. Не за что. Ну, теперь опять через год приедешь. Да. Что там у тебя? Игралки? Угу. Сколько такой телефон стоит, Саша? Я не знаю сейчас сколько. Я за него 130. Сколько? 130. Офигеть. Это что, iPhone? Samsung. Я iPhone не пользуюсь. Да, это Samsung. Да. Ну, классный Samsung, да. Так прям все четко, прям такая картинка. Офигеть. Я о таком буду только мечтать. Ой, так что-то у меня тут слишком кипит. Все. Надо переставить на другую конфорку. Но мне не хочется, а надо. Ладно, переставлю сейчас. Выходите. Гав-гав. Так, где там наш рыбак? Не видать. О. Помощники, помощники наши приехали. Вот. Ой. Ой. Да, 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 срезай. Даже покороче можно его. О, куда залез, да? Попробуй вынь. Туда залез, под эту, под крышу. Да обрежь его там, да и все. О, блин, оторвалась. И эту проволоку тоже, Сань, сними. Пускай вот висит. Так. А? Пускай висит. Мы же будем опять. Зачем она там будет телепаться? Так шевелит. А? Ну и пускай телепается. Все, и это тоже. А зачем? Ну да, конечно. Надо подвинуть. Видишь, куда полезла. Блин. Все, теперь мы его скрутим и уложим. Но это уже с понедельника. Оттуда. Когда ребята уедут. А ты там куда поставишь? Туда. Туда надо. Ниже опускай. Да? И гирлянду тогда зацепишь там, Саш. Да? А мне Леночка Сомова позвонила. Говорит, посылка там уже пришла на почте. Хлопцы мои пошли на почту, там закрыто. Так, вот эти доставай. Да, да, тоже доставай. Блин, и там он слезла. Гирлянда, ветер тут дует. Ухожу отсюда. Без временники мои цветут вон еще. А вода вон стоит, видите, вода стоит.
же мы будем. Может, на крючок повесить ее. Ну да. А сдует ее оттуда. Сдует. А вон же там, смотри, вон где надо было. Или, а, там два крючка. Сейчас ключу пойду. И там с этой, с той стороны, Саш, ага, тоже слетело. Сейчас поправим. О. Ага. Да. Горит. О. Да. И эту забирай. Давай, давай, давай. Вот. Ух, там ветерок нехилый, да? Да. Да. Ага. Все, порядок. Порядок. Вот и все. Скоро Новый год. Да. Скоро Новый год. Все, порядок. Лёшек, проволоку. А то кто-то налетит и упадет. О, какие лозы. Да, да, горит, горит, горит. Горит. В этом году у нас, да? А весной померз. Не весной, а в июне уже, когда там было минус 5 ночью. Блин, жалко. Надо тут что-то покрепче ему делать. Вот эти стойки уже его не удержат. Надо. Ну ладно, посмотрим весной. Да? Да. Алёшенька. Да. На проволоку. Ну, положи. Да пускай вот займемся этим. А, там еще проволока. А. Проволока уже все. Это вот под этот, может быть, проволока пойдет еще. Это Изабелла у нас. Неприхотливый. Морозостойкий. Растет себе, да и растет. Это про лопухи. Вон какие лопухи тут. О. Да, что-то рыбачка не видать. Уплыл. Да. На. Уплыл в закат. Да. Так, я пошел греться. Греться? Давай, иди. Давай. Холодно. Маргаритки цветут. Это же надо. Вот с ранней весны, да? Ну не с ранней, но в мае где-то. И вот уже морозы были. Гляньте, какая красота, да? А? А вот какая прям большая, как ромашка. Вот этот тысячелистник мне нравится. Тут вот растет, цветет такой вот, как ромашечки небольшие такие.
У нас называется он деревий на Украине. Деревий. Ну, не знаю, везде или не. А вот глянь, какой укроп растет, Лешек. Ты видишь? Глянь. Зеленый такой. Крапива какая. А ты не нашел. Крапива какая, да. Что все ты там будешь делать? С чем? Вот. А, пускай лежит. Пускай лежит, а я грести буду. Когда ты будешь грести? Зимой снег будет сгребать. А, ну ладно. Ну вот выйдем на улицу, я его раздербаню. Раздербаню. Раздербаню, да. Так его и надо. Да. Не видно нашего рыбачка. Не видно. Ну ладно. Ну ладно. Так, ладно, пошла я домой. Там у меня супчик варится. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Пойду. Приплыл наш рыбачок. Приплыл. Ну что ты там? Что-то ловилось? Ловил, да. Да? 4 щучки было. О! Ну, 2 нормальные. Ага. 2 маленькие совсем. Ага. О, ну хорошо, хоть не зря сплавал. Да, да. Хорошо. Не замерз? Так, руки. Руки, перчатки надо. Да, не жмокло будет. Такое. Надо вот такие тебе перчатки с, обрезанные, знаешь, вот. С обрезанными пальцы пальчиками. А вот сюда повесь, вот на этот вот. Вот так сюда вешай, пускай высохнет. О! А что у нас? Зима пришла. Вот вам. Нате. Ой. Вот и первый снег. Да? Вот так вот. А, давай пойду высыплю, отдам курочкам. Давай, давай. Может там малина есть? А, пошел малину собирать? Да. Ну, хорошо. Да есть, а что нету? О, что там нарисовали? Человека Юрик нарисовал. Улыбается, веселый. Вот вам, пожалуйста, нате. Где мои цыпульки там? Вкусняшек я им несу. Тут вот всякие. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Где вы? Попрятались. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Давайте, налетайте. Цыпа, 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 цыпа. Где все остальные? Где еще? Цыпа, 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 цыпа. Давайте, давайте, давайте. Бегут, бегут, бегут. Вот, давайте. Девочки. Вот там чесночок он Педро покушает. Давай, давай, Педрито. Давай. Там и лучок, и чесночок, и перчик есть, и ну, помидорчик. Вот. Так что так. Пускай кушает. Так, будет сегодня банька вечерочком. Ой! А что, вы так не шлангом? Сейчас потихоньку. Что, думаете, натаскаете? Конечно. Так дофига надо, 2 бочки натаскать и туда. Проще этого. Время есть, есть. Ну, смотрите. Молодые, шо? Шо им натаскать? Сколько тут у нас? 10 градусов. Так. А вон кто сидит. Так.
Тут у нас в бане прячутся мошки, блошки всякие, бабочки. Да, потом вылазят, когда жарко. Когда жарко, ага. В прошлый раз вообще куча было. Мух вообще было, да, в этих в бочках. Да, они, наверное, и сейчас полезут, мухи. Они попрятались там, в этих в стенах. О! Так. Так вот сейчас в бане неуютно как-то, да? Так вот, а потом, когда тепло, прям так хорошо. А, да. Полотенчики там вон чистые для этих, для лавок. Лежат вон там на этом. Где? Вон, на лавке, на лавке. Ага. Вот. Постели тебе потом. У нас здесь, когда мы приехали, было несколько мешков с книжками. Ну, такие книжки, знаете, как раньше были вот эти вот неинтересные какие-то там чьи-то труды, что-то такое вот нехудожественное. Для растопки печек. Здесь же топили печки. Было отопление, был котел газовый, ну такой напольный, но были и печки. Когда мы приехали, одна печка осталась, но раньше была и эта русская печка такая. Потом ее убрали, еще хозяева убрали бывшие. Запасы дров вон там. Да, запас хороший оставили. Ну сколько? Здесь 6 лет или сколько? Да. Ну, а еще да. Сколько березовых? Мы, березы. Да, вот мы сколько здесь, ну мы что, правда, ну, и топим мало. Чисто на шашлык там, да? Да. Так чисто бывает. О, да и баню раньше топили, камин. Камин. О. А сейчас на баню идут вот эти вот после ремонта дрова, которые остались. Ты считаешь, Саш? Третья. О. А так очень много дров осталось нам. Спасибо большое, что оставили. Ага. Да вообще много всего оставили. Мы-то что приехали? Почти ни с чем. Сейчас пойдет гудеть. На улице ветер. Гореть будет хорошо. Да не, вот сейчас видишь, снег пошел, успокоился ветер. Так, все, снежок закончился. Ладно, ладно, а я пошла готовить. А, не, я же вам хотела показать еще свой этот палисадник в снегу. Ой. Так. С понедельника займусь. А вот еще живая гортензия, гляньте, ее морозом не тронула. Вот, с понедельника займусь палисадником
Надо будет пообрезать уже очеток. О, юка в снегу. Так красиво. Очеток в снегу. Распускается бутончик. Розочки. Вон. Орех пожелтел. Все. И вот моя юка-юка. Как красиво. Прям как на юге. Да? Классно. Крот пришел. Вот собака. Ну, это оттуда прилез. Вон. Там морил, потом сюда пришел. Можжевельник в снегу. И розочка. Вот она. Вот так вот. Скоро Новый год. Ой, не успеем оглянуться, да? Да.